Я с практикой стал очень мало эмоций чувствовать. То есть я, растождествившись в этом наблюдении, я чувствую, что я отстранился от каких-то переживаний внутренних и вот стал очень отстраненный как бы. Мне даже говорят люди, ты какой-то, ты не реагируешь, ты слишком спокойный. Куда-то делись как будто бы эмоции. Да, но это напрягает, то есть хочется вернуться в эмоциональность? Нет, дело не в этом. Я как будто бы положительные эмоции тоже уменьшились. То есть я, ну, какой-то, ну, совсем как танк стал. Вот. Меня проблемы не беспокоят вообще. И я вижу, что я другой. И не только я это вижу. Вот. Я не то, что даже беспокоюсь, но вот эта разница. Я начал думать, а почему я так сильно эмоционировал раньше? Вот что-то хорошее я вспыхивал там и проваливался в это. Теперь как-то вот все ровно-ровно стало. Это не норма? Нет, это норма. Я не чувствую, естественно, в вашем вопросе самого вопроса, потому что вы сами сейчас себе ответили. У человека есть выбор. Если вы хотите эмоционировать, как бы вау, вверх, и потом точно так же вау, вниз, не вопрос, вариант есть. То есть, когда вы заходите во что-то, давай, будем, здорово, ну, получилось. И все, упадок. Можно. Но это называется, вы зашли вовнутрь. Человек нейтральный, то есть золотая середина, золотое сечение, когда человек осознает, что да, это здорово, но он взаимодействует с этим здорово, он взаимодействует с этой приятностью, а не ныряет туда с головой. Вот в этом разница. То есть человек остается присутствующим, потому что то, что вы описали до этого, когда человек эмоционирует, он становится отсутствующим. Почему? Потому что он уходит в эмоции. И здесь выбор, да, он имеет место быть, что если вы хотите быть эмоционирующим, тогда вам надо лучше отсутствовать. Но тогда эмоция задает тон, она локомотив, она вас тащит, вы же пассажир. Пока она не выхлопнет свой заряд, вас это будет, как говорится, колбасить. Хорошая ли это эмоция или плохая? Но когда есть хорошие эмоции, сразу появляется голос личности. О, это ненадолго, это закончится, а потом такого не будет, не повторится. Ой, а я вот сейчас долго смеюсь, а потом буду плакать. То есть начинаешь бояться полную меру порадоваться, потому что, ой, а вдруг сглажу, ну и так далее. Начинаются вот эти все эти нюансы. Это именно ментальная сфера, которая делает человека жертвой. Это позиция жертвы. То есть вы, что бы ни делали, вы все время с оглядкой, что, ё-моё, что мне за это будет? Ну, грубо говоря, вот так. На самом деле, только нейтральное, только золотое сечение, оно может выбирать. Да, вижу радость, да, вижу, что-то меня это раздражает. Но вы как бы хозяин положения, оно вам служит, а не вы ему. Если вы ему служите, вы делать уже ничего не можете. То есть оно будет вот так крутить, как центрифуга. Эта воронка, пока не закончится, да, вот этот заряд, который запустил эту центрифугу. То есть вот эта беспристрастность, которая во мне сейчас развилась очень сильно, я вижу, что она прогрессирует. Ну, давайте, смотрите, сразу смоделируем. Вот вы проходите мимо и видите, в зоопарке сидит панда с маленьким детенышем. Нет никаких впечатлений? Ну, умиляет. Спокойно умиляет, и все. А как бы вы хотели? Прыгать, радоваться, обниматься с ним, делать фотографии? Ну, как бы что? Что хочется? Я понимаю, что как человек творческий, вам этого может не хватать. Потому что творчество построено именно на забытии. Когда человек целиком уходит в поток своего творения. Вот, правильно, да. Я вот хожу в галереи, и меня ничего не цепляет. Как будто бы вдохновение, вот это у меня сейчас там выставка, да, должна быть. Мы обсуждаем тему, а я, мне все это какое-то ровное, и ничего не цепляет. И я смотрю на все на это. Надо пойти методом от обратного. А что, если... Все, не стало выставки, сказали, все отменяется. Тогда какое состояние? Пофигу. Вот все стало пофигу. Я вот это, меня чуть-чуть, слегка, но я понимаю, что это личность, потому что мне пофигу даже, что мне пофигу. На самом деле этот процесс, он все равно будет видоизменяться. То есть человек ни в коем случае не становится ва-ва-ва, ни в коем случае не становится выключенным. То есть он все равно ощущает, просто он является хозяином положения. То есть он взаимодействует с эмоциями, эмоции ему подчиняются. Человек выключенный, человек отсутствующий, он пассажир, и он подчиняется эмоциям. Они его ведут, они его хозяева, да? То есть здесь однозначно, во-первых, не очень прошло много времени, и вот эта адаптированность должна случиться, когда вы... привыкните взаимодействовать осознанно, трезво, потому что есть осознанность, появляется трезвость вот этого присутствия, что да, это красиво, но если вы скучаете, а судя по тому, как звучит вопрос, вы скучаете за этой как бы эмоцией полета, когда захватывал поток творчества, когда обволакивал, да, когда уносил куда-то в заоблачный даль, то, ну, творческие люди, они довольно отсутствующие. Как я всегда говорю, посмотрите на людей, которые, например, сильно ушли в музыку. Но ведь они ведут себя странно. То есть это странноватые люди, которые на своей чистоте. Тоже имеет место быть. Если вам это нравится, ну не вопрос, можно, да.
Я сейчас вот внутри слышу, о чем переживает мой персонаж. Как бы Тимур боится перестать быть творческим и стать ремесленником, что считается среди художников, скульпторов смертью творца, как бы. Вот, то есть стать ремесленником — это все, конец. Да, это, я поняла, ты... это как бы ширпотреб такой, да, делать? Нет. Да, ты мастер, но у тебя нет потока, все. А поток — это забытие, и я вижу эту разницу, я перестал забываться. У вас получится, будучи в присутствии, взаимодействовать с этим потоком, но не обуславливаться. Вот на это тоже идет время, но оно обязательно произойдет. То есть точно так же можно творить и чувствовать какую-то приятность, но просто вы все время присутствуете, вы все время как бы ощущаете этот момент, а не так, что «О, где это я был? Ой, оказывается, творил, 2 часа прошло, и там 18, я даже не заметил». Ну вот да, это была норма. 8 часов творю, и не ел, не пил, и хорошо. Ну, очень много, вы же понимаете, творческие люди, у них все строится на драме. И если хочет этой драмы, то как бы вернуться сюда может. Не-не, драма не интересна. Но смотрите, музыка минорная, все время неразделенная любовь, смысл жизни, вот это поиск всего чего-то там, предательство, тоска, все стихи. Это же все грусть. В основном. Очень мало счастливого чего-то. Оно же все время сначала плохо-плохо-плохо, ну и может быть в конце КПН. Ну, может. А так-то вот все раскрывается, как все мучительное. Поэтому, если хочется человеку, то такая возможность есть, но это отсутствие. Потому что присутствие делает человека трезвым по факту. Как бы, да, понимаю, приятно, да, это красиво, да, приятно на слух ложиться, да, приятно глазу. Но вы то свидетельствование, которое это обнаружило, а не погруженность в это. Я понял. Принцип пути без пути не в том, чтобы навязывать человеку какую-то идею. Я вообще хочу сказать, что принцип пути без пути – это распятие, это разотождествление с обусловленностью любой идеи. Я еще раз говорю, не предлагается человеку бороться с идеей, не предлагается отказываться от идеи, предлагается не обуславливаться никакой идеей. И вот когда человек перестает обуславливаться, у него появляется вот это состояние распятия и одновременно разотождествление. Оно достаточно болезненное. Вот эта эйфория, любовь, полет, радость, блаженство – это иллюзия. Я не говорю, что этого не наступит, но оно наступает не так, как человек себе рисует согласно своей концептуальности.